Сотни мотоциклистов в центре Парижа вышли на акцию протеста против платной парковки для своих транспортных средств. Мэрия французской столицы ввела такую меру с начала сентября. Для тех, кто приезжает в город на полный рабочий день, парковка может стоить до 500 евро в месяц. Абонемент могут купить только парижане. Люди, которых эта мера затронет больше других, это представители среднего или даже низшего социального слоя, которые не могут себе позволить жить в самом Париже, потому что арендная плата слишком высока, и которые вынуждены приезжать на работу в город. У них нет альтернативы двухколесному транспорту. Они работают по расписанию, а пользоваться общественным транспортом и электричками они не могут, потому что этот транспорт слишком плохо организован. Парковка платная только для мотоциклов и скутеров с двигателями внутреннего сгорания. Электрические транспортные средства от нее освобождены. Но на фоне нововведений парижской мэрии электротранспорт резко подскочил в цене.